Поезда. Поезда? Да. Ты меня снял, сын? Да. Какое имеешь право, блин? О, распоряжение... Пожалуйста. 2008 год. Распоряжение номер 1500. Все, я тебе, 2009 год. Я тебе объясняю. То, что ты меня снимаешь, лицо мое, физическое лицо. Вы не попали в кадр. Я не юридическое, я физическое лицо, понимаешь? Я, ты меня снял. Какого хрена ты меня снял, а? Вы попали в кадр, как случайный объект. Не давал тебе права все меня снимать. Будет обрезан из кадра. А? Обрежу затру. Ты, братка, вообще закон плохо знаешь немножко, да? Я... Если бы не знал, я бы не снимал. Вообще-то, сейчас АСАП снимаешь.